Россиянам поселок Иноземцево знаком в первую очередь своими здравницами и известными людьми, которые останавливались в этом месте. Среди них Пушкин, Лермонтов и Глинка. Мы же приехали сюда ближе познакомиться с историей и современной жизнью греческой общины. Иноземцево – это один из крупнейших поселков городского типа в России. Его история неразрывно связана с судьбой многих народов, однако первыми его поселенцами были шотландцы. Миссионеры Эдинбургского библейского общества прибыли на Кавказ в 1802 году. В жалованной грамоте от императора Александра II значилось, что новых поселенцев сюда направили с целью распространения трудолюбия, ремесла и христианства среди горских народов магометанского и языческого исповедания. А спустя несколько десятилетий здесь была основана и немецкая колония. До августа 1941 года практически 90% населения составляли немцы. Великая Отечественная война разделила жизнь местных жителей на до и после. За один месяц все население было вывезено в места спецпереселения. В 1959 году бывшие колонии Карас и Николаевскую объединили в курортный поселок Иноземцево, а его жителями стали представители более 30 национальностей. В том числе сюда стали перебираться греческие семьи из разных регионов России, Украины, Казахстана, Узбекистана и Грузии. На территории города Железноводска, куда относится и Иноземцево, проживает около 2000 человек. Большинство из них проживают в поселке Иноземцево. Здесь у нас находится и община. Община у нас организована в 1991 году. В 1994 году нам было передано бессрочное пользование здание, которое мы отремонтировали, начиная с фундамента и заканчивая крышей. Сейчас там есть все условия для того, чтобы функционировать в полном объеме. Василий Иванович Качелов – председатель греческого общества Железноводска уже много лет. На его глазах объединение греков зарождалось, здание общины благоустраивалось, выросло целое поколение греков, а их общество гармонично влилось в жизнь многонационального поселения. В поселке Иноземцево проживает более 30 национальностей. Вот в этой многокультурной среде какое греки место занимают? Как складываются межнациональные взаимоотношения? Межнациональные отношения складываются в целом нормально, благоприятно. У нас, я как член межэтнического совета города, как член общественного совета города, могу сказать, что, слава Богу, мы находим всегда общий язык. Мы одни из наиболее активных считаемся в городе. Сейчас, по вашему мнению, какая главная цель общества? Главная цель общества – единство, быть вместе. Тогда все проблемы будут решаться. Достойное поколение растет? Есть кому передать бразды правления, чтобы взять на себя ответственность? Есть кому передавать. Мы их готовим, тренируем, воспитываем. А желание у них, любовь есть? И желание, и любовь есть. Наша вера впереди. Вот. И мы и единство. Вера и единство. Вот две главные большие задачи, которые, если они будут, то остальное все решается. С достойными представителями греческого общества Железноводска мы решили познакомиться лично. И если сегодня актив общества составляет 150 человек, то большая его часть – это представители молодого поколения. Что неудивительно, офис организации для ребят – второй дом. Здесь есть все для того, чтобы с интересом проводить свой досуг, можно даже устраивать греческие ужины в кругу друзей или просматривать совместно фильмы. Но самое любимое занятие для ребят – все же танцы. В основном в ансамбле входит 16-18 человек, но на репетициях присутствуют и побольше, и маленькие детки, трое маленьких деток ходят. Но у нас есть недостаток, что у нас, ну даже недостаток, а это наша изюминка, что у нас одни девочки в основном. Да, мы такой женский хороший коллектив.
Танцами молодежь занимается несколько раз в неделю по 3 часа. 1 час – разминка, 2-й посвящен изучению и отработке номеров для выступления, а 3-й – 60 минут – ребята танцуют в свое удовольствие. И несмотря на то, что сегодня в коллективе танцуют исключительно представительницы прекрасной половины человечества, парни на репетиции также присутствуют. В понтийской диаспоре 104 танца, но 6 лет назад Никас Зорнчизис приехал, он впервые увидел лячо, то, что мы обычно переходим после кочери с танца лячо на лячо. И он официально записал его 105-м. Вот. И так что есть чему стремиться. Не надо придумывать какие-то рисунки, чтобы это было красиво. Можно просто в течение 3-4 минут, вот я им поставил танец в течение 8 минут, 11 танцев. Почему я не преподаю эллинский? Я хотел бы для начала, чтобы мои дети научились совсем родному, то есть нашему историческому, чтобы я мог выложить, во-первых, свою душу, во-вторых, все свои знания им передать, потому что, ну, я не знаю, сколько я буду еще преподавать, хотя я могу этим заниматься вечно. Христофор начал преподавать танцы с 18 лет, а танцевать научился еще в дошкольном возрасте. Его профессиональными учителями были самые известные танцовщики Греции, поэтому сегодня к нему приходят на занятия как дети, так и их родители. Пришла как родитель, привела своих детей на танцы. Ну, потом дальше больше. Стала заниматься с детьми вместе, организовывать какие-то праздники вместе с ними, делать подарки детям. Я считаю, что общество греков очень важно в нашей жизни, так как молодежь не только танцует здесь, но и собирается, рассматривает какие-то интересы, выезжает куда-то на отдых. Рассматриваем любые вопросы, то есть если у кого-то какие-то проблемы, либо еще что-то. Ну и вообще для общения молодежи, я считаю, что это очень, очень нужно. Объединяют греков России не только их культура и традиции, но в первую очередь вера. Поэтому представители греческого общества Железноводска совместно с местным духовенством проводят различные праздники и уделяют церкви в поселке Иноземцево действительно много времени. Греки проявляют с самого момента строительства, потому что, конечно, они были, можно сказать, одних из первых инициаторов и благодетелей храма, вот как раз-таки этого, который строится с 1997 года, активно участвует в реставрации храма, видите, он преображается, благодаря, конечно, им, благодаря активному участию, как бы преемственность поколения, вот знаете, как вот прям это чувствуется вот у них. Молодежь приходит, да? Да, приходит, и не только, но и помогает, да. И, в частности, у нас воскресная школа на территории храма действует очень много, и, конечно же, и греческое общество детишек приводят у нас. Храм Успения Пресвятой Богородицы также очень важен для местных греков. Эта церковь – копия старого храма в грузинском селе Цинскаро. И инициировали ее строительство как раз выходцы из этой деревни, которые поселились в Иноземцево в 90-х годах. Это старые византийские купола. Если заметили, в России купола круглые. Это измененные. А в Греции купола – это золотые византийские купола. И кресты, и это все сделано, это в византийском стиле, и сама церковь в византийском стиле. Со всех сторон иконы стоят, висят Божьей Матери разных образов. Их около 40-42 вида иконы Божьей Матери. А с лицевой стороны там именно Успение стоит на большом камне. А этот камень вы привезли прямо этот с Грузии, камень, да? Я привез, он сделан, та церковь построена из камня с базальта, так как месторождений там много. С базальта это ручная работа, угловик называется, настенный камень. Этот камень, эту глыбу я привез, и вот когда мы стены поднимали в 2004-2005 году, и вставили туда, в стену, мы так строили кирпичом, а этот привезли, я привез в Грузию. Фундамент будущего храма был заложен в 2004 году, а спустя 10 лет строительство завершилось, и церковь вошла в Пятигорскую епархию. Я ходил вокруг и думал, о, 200 квадратов, это же большое. А сейчас смотрю, уже этот, и вы эхо слышите? Уютно. Уютно и прохладно. А еще есть эхо в строительстве. Если 5 раз отдается, это правильная церковь. А если 8 раз отдается, это прекрасная церковь. А тут 8 раз. Давайте тут посчитаем. Давайте. Ну, как скажите что-нибудь. О! Прекрасная церковь. 8 раз отдается эхо.
Почему было принято решение повторить церковь, которая в Цинскорубе? Потому что в связи с государственными отношениями как бы было тяжело ездить туда. Нужны были визы, тяжело было ехать. И на этот праздник привыкли с рождения ездить каждый год, где бы ни жили в Советском Союзе. Каждый после 20 числа собирался и приезжал в эту деревню. Люди веселятся вокруг церкви. И здесь то же самое, каждый год. Церковь в Иноземцево немного выше, чем ее прототип в Грузии. Но здесь также уютно и светло. Царит мир, благолепие и духовность. И не только благодаря святыням, которые хранятся в стенах храма. И не по причине, что службу ведет благочестивый батюшка, а потому что сюда приходят люди. Звучит детский смех, которым наполняется территория церкви каждое воскресенье. Взгляды и улыбки прихожан разной национальности излучают любовь и уважение друг к другу. А сердца наполнены искренней привязанностью к этому православному комплексу. Детей тут много приходит, потому что тут интересно. Ой, ты есть Боже. Пруд, есть гусей много, уток много, кроликов. Даже, по-моему, пускают их кормят. Декоративные эти кабанчики есть у нас. И козы есть. Вот они, кстати, они видны. Они вон. Привет! Вот, привет! Что, там еще сделана привет. Детская площадка для привет. Детей. Кусаешься? Кусается. А святая вода прям с гор? Нет, провели? Ну не с гор, из-под горы идет родник. Угу. Метров, по-моему, 800 вырыли и воду сюда. И на крещение приезжают в эту купель? Да, на крещение заполняется этот купель водой. Сколько градусов? От зависимости от температуры воздуха. Вода-то, это родниковая вода. Она летом холодная. А зимой она теплая, с глины выходит. Сейчас-то она холодная. Ох! А зимой она теплая. Вот раздевалки. Мужская, женская раздевалка. Недавно отец Иоанн сделал здесь тротуарную плитку сам уже. Лавочки сделал. Ну, было тут много народу. На крещение очень интересно. И на Рождество интересно. Да и в любой праздник. И на Пасху, и на Троицу. Верующие люди ходят, независимо от нации. Все православные, все христиане. Кто приходит, мы тому и рады. Вот так живут греки Иноземцево и Железноводска. Воспитывают в стенах общества своих детей, помогают церквям, популяризируют свою культуру и тесно взаимодействуют с другими национальными объединениями региона. Жизненная кредо представителей местного греческого общества – вера и единение. Так было, так есть и так будет всегда.